Thank you.
Спасибо. Мы завершили первое отделение концерта словами великого русского поэта Михаила Лермонтова. И, наверное, не стоит объяснять, почему здесь это было совершенно необходимо, в этом прекрасном городе, в этом совершенно восхитительном месте для русской литературы, в частности, для русской культуры вообще, месте более чем значительном. Сегодняшний концерт посвящен романсу вообще. Я не могу сказать, что сегодня будет звучать исключительно русский романс, хотя по преимуществу будут звучать песни на русском языке, и все они романтические. Лермонтов самый романтический поэт из русских поэтов, один из самых романтических поэтов в мировой литературе, поэтому его слова в завершении первого отделения, которые мы посвятили в основном веку 19-му, были абсолютно уместны. Мы продолжим говорить языком романтическим во втором отделении концерта. Собственно говоря, песни, которые мы будем исполнять, это песни о любви. И сколько бы раз они ни звучали на разных сценах, в исполнении хорошим, очень хорошим, не очень хорошим, в исполнении самых разных людей, всегда в этих песнях есть одна особенность, которая заставляет нас слушать их. Слушать их уже несколько столетий кряду, если говорить вообще о людях и нас. Если думать о нас, то уже несколько десятилетий кряду. В этих песнях есть особая правда. Ну, во-первых, они красивые, но красивые песни, красивая музыка не обязательно романтическая, не обязательно только про любовь. Но в этих песнях есть еще одна очень важная вещь. В них простые и красивые слова. Слова о том, что на самом деле для человека самое главное. Слова о том, что бы ни происходило вокруг нас, и даже что бы ни мучило нас, и что бы ни занимало нас, что бы ни восхищало нас изнутри, все равно все это пустое, если мы не находим сердечного, теплого, любовного отклика хотя бы в ком-нибудь. Без любви, собственно говоря, все остальное не важно. Все остальное ничто, никакие победы, не победы, никакие достижения, не достижения. И в конце концов, все наши битвы, все наши попытки, все наши потуги сделать что-то, они не нужны. Но если есть любовь, то даже в самом простом, самом спокойном, самом тихом житии, проживание этой жизни, есть самое главное, есть счастье. Об этом мы будем говорить теперь во втором отделении концерта. Спасибо вам огромное, до встречи.